Суточный прирост заболевших за 4 августа на Смоленщине составил 16 человек. Это данные регионального Роспотребнадзора. Общее число заболевших инфекцией в Десногорске составляет 136 человек. В больнице Атомграда находится 6 таких пациентов. С 1 августа инфекционное отделение для пациентов с ковид закрыто, которое находилось в роддоме. Сейчас там идет дезинфекция. И роддом после того, как дезинфекция будет проведена, переедет в свои помещения. В обычном режиме уже работает детская поликлиника. Проводятся плановые приемы и диспансеризация населения. Коэффициент распространенности коронавируса в Десногорске составляет 0,2 при пороге в 0,8. В целом Десногорск уже соответствует следующему этапу снятия эпид-ограничений. По 10 августа у нас включительно приостановлена деятельность общественного питания, за исключением летних кафе и на вынос. Работа саун, бассейнов и также временно запрещено курение кальянов в ресторанах, барах. Согласно последней редакции указа губернатора, следующая часть эпид-ограничений будет снята с 10 августа.